Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел продукт. Это отвертка с претензионными битами для того, чтобы использовать для ремонта различного электронного оборудования, а более конкретно там различных гаджетов, телефонов, компьютеров, ноутбуков, часов, ну и тому подобное, в том числе и стабилизаторов. Так вот, пришло это все в таком виде. Есть подобные отвертки у Xiaomi под брендом Mi, но стоимость их достаточно высокая. И вам предлагается в одном комплекте 24 варианта биты и плюс одна отвертка. Дополнительные биты приобретаются отдельно. В этом случае пришла отвертка с 62 битами. Есть также и малый комплект 24. Кому как угодно, тот так и выбирает. Производитель вы видите непосредственно в наименовании видеоролика. Ну и вот, пришло в таком виде с самой коробки. Давайте смотреть, что находится внутри. Никаких дополнительных материалов не было. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Вот такая вот коробка пришла. С другой стороны у нас адрес написан. Внутри этой коробки находится, ну, во-первых, то, что находится внутри данного футляра. Как видим, отверточка и биты непосредственно к этой отверточке различного исполнения, крестовые с прямым шлицем, звездочки, таурсы и так далее. На любой вкус и цвет, в зависимости от того, какой тип гаджета вы будете ремонтировать. Есть непосредственно какая-то инструкция. Открывается он, футлярчик, путем нажатия. Здесь видим, какие типы гаджетов можно ремонтировать при помощи данного комплекта. Ну и вот здесь также продемонстрированы в виде надписи, а не только в виде размерных характеристик и графического представления, какие типы можете откручивать винты. Сразу же говорю, что саморезы в дерево крутить не надо, для этого предназначен другой тип оборудования. Да, кстати, если у вас есть шуруповерт, есть вариант купить переходник, и при помощи этих же бит можно откручивать, закручивать. Но техника требует определенных усилий, поэтому для шуруповертов лучше не применять, применять в определенных моментах. Вот такая вот коробка запечатанная. Мы ее вскрыли. Давайте уберем то, что нам не потребуется в дальнейшем. Так, вот такого исполнения у нас представлено. Снизу, с другого края. Кейс здесь вот непосредственно находится механизм, при помощи которого и открывается у вас биты с отверткой. Вот они такого типа. Эти биты. Причем они намагничены. Представлена отверточка. Здесь крутится у нас это все. Сделано из металла. Так, ну а здесь соответствие с шестигранником для установки бит. Так, давайте один вариант посмотрим. Как видим, они не выпадают. Я взял крестовой вариант биты. Чтобы не иметь на столе несколько отверток, как я обычно делал и показывал демонстрацию, когда разбирал ноутбуки, устанавливал процессоры, память и тому подобное, Wi-Fi модули, все это можно посмотреть на моем канале. В этот раз решил, чтобы не иметь множество отверток, тем более есть специализированные винты с определенной шляпкой там под звездочку и так далее у гаджетов, чтобы их откручивать, приобрел данный набор. И давайте продемонстрируем возможности. Может, я сейчас все сорвет. И качество не столь хорошее по сравнению с Xiaomi, которая стоит в 2-3 раза дороже. Ну, давайте откручу один винт. Вот он намагничен. То удобно. Никуда у вас не уплывет, не уползет. И не сорвало в данном случае у вас биту, а именно крестовой вариант. Ну, как видим, все удобно пользоваться. Все в одном. Еще раз покажу. То есть ничего у нас не выпадает. Плюс намагничивается.
тем самым легко применять в хозяйстве, а именно конкретно для разборки различных гаджетов. Так, вот здесь у нас ключик находится, как мы видим, и таким способом закрывается. Да, тут, конечно, минус то, что у нас пластик, а не металлическая часть, имеется в виду футляр, но все же все это компактно находится внутри, ну, бренчит. Таким образом можем использовать данный тип отверток прецизионных с намагниченными битами. Итак, я вам продемонстрировал возможности бит с отверткой данного производителя. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.